Генерация ТИ, которая работает в области туберкулеза с 2006 года, уже более 10 лет. И работаем мы не только в муниципии БЭЛС, а практически во всей стране и в Приднестровье. Мы считаем, что на сегодня складывается критическая ситуация, которая может вот-вот выйти из-под контроля. Как вы знаете, на территории страны работает глобальный фонд, который заканчивает свою деятельность в 2018 году. Он спонсирует часть денег для лечения туберкулеза. Это значит, что обеспечение лечения ляжет на плечи нашего государства. В связи с этим будет правильным местным властям уже сегодня взять на материальное обеспечение бездомных больных туберкулезом. Это означает обеспечить минимум 500 леями каждого больного в месяц на питание. Эта категория пациентов крайне недисциплинирована, с ними сложно работать и в лечении из-за отсутствия материальных средств на питание. Они иногда прерывают лечение, и это грозит нам большой опасностью в связи с тем, что увеличится больных резистентной формы туберкулеза. Поэтому мы обращаемся с предложением обеспечить ежемесячно 20 бездомных, находящихся на лечении от туберкулеза, 500 леями, что составит в год 120 тысяч леев. Если у нас и детки больные туберкулезом, для детей пособие должно составлять 1000 леев в месяц или 12 тысяч леев в год. Сегодня на амбулаторном лечении в нашем муниципе находится один ребенок. И последнее. Изменение отношения к МДР больным туберкулезом, которые получали лечение на протяжении 24 месяцев в течение года. Для данной категории считаем правильным выплату пособий в сумме 300 леев ежемесячно на протяжении всего периода лечения, что составляет для 50 пациентов 180 тысяч леев в год. Итак, общая сумма, которую мы просим выделить для больных, составляет 312 тысяч леев в год. Благодарю вас за внимание, и нам с вами не надо забывать о том, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи.